Есть ряд поправок законодательства, которые делаются, те, которые действительно сегодня нужны. Да, эти поправки, они как-то сделают для работы некоммерческой организации, благотворительных организаций, сделают немного понятнее, да, работу их, что будет меньше проверок и будет понятно, о чем говорить. Есть ряд поправок, которых я не рассматривал как закручивание гаек, а рассматривал как некие политические такие поправки, когда возникает некое отношение к некоммерческим организациям как к некой какой-то третьей, второй, третьей, четвертой, пятой силе. Это рассматривать можно по-разному. Да? С одной стороны, как-то закручивают, да, или что-то делают, значит, там боятся, значит, мы имеем определенную силу. Мне кажется, сегодня очень важно проанализируйте это, и есть еще ряд многих таких законодательных дыр, которые сегодня нужно еще поправить и нужно сделать. Мне кажется, то, что идет изменение, это уже хорошо.